Подойдите. Он жив? Жив. Сделайте что-нибудь. Удар был очень сильный, рана серьезная, но он жив. Если бы вы знали, сколько раз я его убивала в своих романах. Черт. И Тарас трубку не берет. Да что же это такое? Тот самый Тарас, у которого на участке чуть лужника не завалили. Вовремя не извлечил преступницу. Я не думаю, что это Валентина. Что вы опять начинаете, а? Вы же сами говорили. Сами. И доказательства ее изобличают. Давайте уже, не меняйте ничего. Давайте, раскроем это дело. Как говорится, по горячим следам. Валентина живет в моем доме, я изучила ее неплохо. Убить, обороняясь, могла, преднамеренно исключено. Папа! Подожди. Вот, пока катер на приколе, решил в моторе покопаться. Пап, прости меня, пожалуйста, за все, что тебе наговорила и что подозревала. Да все хорошо, доченька. Я не сержусь. Не сержусь. Я сделал все, что возможно. Состояние стабилизировалось, но никаких прогнозов пока дать не могу. А мне бы протокол составить? Ну, когда придет в сознание. Когда это может случиться? Я же сказал, никаких прогнозов. Так. Ой! Осторожно. Сцепилась. Папа. Ну вот почему? Почему голову проломили именно следователю по особо важным делам? Мы не скажем кому-нибудь другому. А? Это же неправильно. А кому должны были проломить, чтобы было правильно? Мне, доктору, Потапу, Варваре, Дине, кому правильно? Доктору неправильно. Доктор нас лечить должен. И пациентов у него, кстати, прибавляется вашими молитвами. Гостиницу тоже нельзя без присмотра оставить. Я уже не говорю о катере. Не продолжайте, вывод ясен. Да, слушаю. Уединенный остров, прям все устроено для счастья и благоденствия. В результате мы что имеем? Чикаго 30-х годов. Все, сегодня же рапорт напишу. Об отставке? О служебно-розыскной собаке. Пусть пришлют.
Не одну. Пусть десяток пришлет. А лучше еще ОМОН и Росгвардию. И вообще, неплохо бы открыть здесь филиал Следственного комитета. Да, все они к нам сюда и приедут. Правильно. Бог даст, поспокойнее будет. Значит, смерть наступила в результате повреждения шейных позвонков. Это о чем говорит? Что убийца? Крепкий, физически сильный мужчина. Женщина вряд ли смогла бы так шею свернуть. Силёнок бы не хватило. Майя мне говорила, что Валентина, последний их разговор, собиралась принять какое-то важное решение. Какое? Не знаю. Но, возможно, она как раз об этом хотела поговорить с Леонидом, со следователем. Каким-то образом она оказалась возле участка. Ну, это как раз не вопрос. Она вместе с сообщником решила убить следователя. Вот. А после того, как дело было сделано, он избавился от нее. Как от ненужного свидетеля, подходит версия. Доктор говорил, что Валентина была замужем какое-то время назад. Вы знали ее мужа? Я ее-то плохо знал. А уж о муже я вообще понятия не имел. Жень Коломис. Он Валентину с материка привез. Люди говорят, любил ее очень. Потом расклеилась у них. А с Микаэлем, с братом двоюродным, давно не лады. Подожди, Микаэль — это вот тот, который бизнес устраивает? С Ларисой тут вот? Ну, вроде того. Слушайте, а ведь Леонид Андреевич как раз у этого Микаэля спрашивал насчет брата. И даже очень интересовался. Он в кабинете где-то полчаса с этим своим ноутбуком ковырялся. Вот по этому поводу отправлял какие-то письма, сообщения. А где он? Леонид Андреевич. Ноутбук. Ну, участок, я так думаю. Пойдемте-ка в участок. Потап, вы же побудете здесь? Спасибо. Пойдемте. Вы знаете, в чем преимущество моей пишущей машинки перед этими гаджетами? На ней пароля нет. Удалось. Как видите. И как это? Перепаяла провода. Ага. Куда убежали? Вы же мне так и не сказали. Вы нашли, что искали? Ну, нашла не я, но информация любопытная. Ну? Этот Евгений Ламисов, он работал на Эрика. И не он один. Валентина оказывала его клиентам услуги определенного рода. Ой, проститутка, что ли? Да. Вот тебе номер. А как ей говоришь, все. Грех да грех. А она, смотри-ка, прям Лев Толстой получается. В смысле? Толстой? Роман «Воскресенье». Ну, да. Роман «Воскресенье» несколько по-другому. Ведь неважно, мы вообще не понимаем, что с Валентиной там произошло. Что произошло с Валентиной, мы как раз очень хорошо понимаем. Она в морге лежит. А вот Евгения этого надо брать как можно скорее, пока он с острова под шумок не свинтил. За что? Не за что брать. Ну, в банде был? Был. Значит, уже есть повод. В банде, это громко сказано, мелкая сошка, выполнял разовые поручения. А вот сам этот Эрик, в общем, он, когда приехал сюда на остров, он захватил с собой крупную сумму денег и драгоценности своих европейских партнеров. А драгоценности — это, между прочим, редкие розовые сапфиры. Да вы что? Вы что же, нашли сапфиры-то? В запросе про это ничего не сказано. Ну что, план у вас какой? А,
Ну, в моем плане можете не сомневаться. Как я люблю говорить, не имея 100 друзей, а имея одну болтливую бабу. Я дозвонился до Ларисы и сообщил ей по большому секрету, что расследователь выжил. Поверьте, через сутки об этом будет знать весь остров. Убийца туда 6, я его цап-царап. Вот так, на живца. Чего вы в самом уме? А что? Какое вы имели право рисковать жизнью человека? Кто бы говорил? Вы самый главный провокатор у нас на острове. Алкоголь в баре – это не более чем смазка для неформального общения. Давай разработаем систему коммуникации. Если тебе по роже прилетит локтем, значит, тебе пора заткнуться. Ого! Интересное кино. Очень интересно. Мне понравилось, но не все. Ну, мне, если честно, ничего не понравилось. Особенно не понравилось то, что Агата забивает тебе в голову всякой... киношной лабудой. Точно. Вообще-то это Тарантино. Большой стиль. Так Агата говорит. Агата, Агата. Я понимаю, тебе нравится Агата. Еще я понимаю, что не могу тебе запретить с ней видеться, капитан Сорвиголова. Конечно, не можешь. Ты и себе не можешь. Страшного. Скажу Потапу, новое стекло вставит, а пока фанеркой закроем. Очень сильный ветер. Отойди. Нет никакого ветра. Ну что там? Что такое? Что случилось? Он был здесь. И убежал, мы его спугнули. С чего взяли? Исследуй. Далеко не уйдет. Стой! Стрелять буду! Или не буду. Не буду. Фу. Как же все досталось, чтоб тебя. Тарас? Не догнали? Куда там? Только тени видел, знать бы кого. Но я гнался. Для страшки аж 2 круга рядом у воды еще сделал. Пусть знает, что полиция не дремлет. У вас кетчуп на губе? Или это кровь? Отстреливались? Ну, ошибочка вышла. Вы это называете ошибочкой? Я это называю ошибкой в расчетах. Я-то думал, Лариса слухи распространяет со скоростью звука. Она, видишь, со скоростью света. И платить не надо. Платить? Ну, конечно же. Найдите убийцу Максима, я вам заплачу. Вы знаете, где живет Евгений Ламисов? Вам-то зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы сообщить, что его жена умерла, хоть и бывшая. Есть пара домов у заброшенного монастыря на другом краю острова. Вроде там обитал последнее время. Пешком туда не добраться. Доктор, знаете, у меня что-то ля бемоль западает. Чего? А, вы не музыкант. Сердечко шалит. Нет ли чего у вас? Найдется? Хорошо. А вообще, знаете, а что, если я у вас полежу? Недолго. Послежу за пациентом, пока следственная группа не приедет.
и как вам это нравится? Мне нравится. Что вам нравится? Она нравится. Хочу уехать с острова. Да, сейчас, немедленно. Что? Что вы говорите? Я не слышу вас. Бежать собрался. Забыл, что ты здесь пленник. И будешь пленником, пока не заплатишь по старым долгам. Игорь, я пришел ко мне, мы посидели с ним, выпили. Потом мы полез в погреб за наливкой. Он закрыл люк. Видимо, хотел, чтобы я сдох. Я бы так и сдох. Он вас ненавидел? Как долго он вас ненавидел? Это дела уже... Семейный вас это не касается. С тех пор, как Микаэль убил Эрика? Какого Эрика? Да вы знаете, какого Эрика. Вы кто? Я та, кто вас спасла. Да мне плевать на Эрика. Но убийство это не отменяет. Он убил Эрика, забрал деньги и драгоценности. Уходите! Убирайтесь отсюда! Пошла вон! Напрасно вы его выгораживаете. Он убил Валентину, вашу жену. Это я звонил, доктор. Плохи дела. А что случилось? Узнал от Потапа, что мой новый босс хочет уехать с острова. Весь вечер ему названивал, лодку хотел найти. Ну и я вот решил заехать, проверить, все ли в порядке. А тут такое... Да ничего тут такого. Глубокий обморок. Окно открыть. Колдун, змеи гладь, приходил забрать мою душу. Что курим? Вот оно. Вот оно подтверждение. Если я только прав, тот, кто вздумал играть со мной, тому не поздоровится. Да уж, неловко вышло. Простите, доктор. Ничего, бывает. Пойду, поищу его. Посмотрю, чтобы ничего не натворил в таком состоянии. Мы приехали сюда, и сначала все было замечательно, но потом она заскучала, и я не знаю. Затем приехал Эрик. Ему нужно было спрятаться, пока его ищут. Он сначала жил в гостинице, а потом у Микаэля. Наверное, тогда брат и узнал про деньги и про драгоценности. Он даже уговаривал меня, чтобы избавиться от него. Но вы не согласились. Я отказался, а он, видимо, нет. Эрик тогда пропал, а Микаэлю вдруг привалило баснословное.
сумму в лотерею. Что бы вы подумали? То же, что и вы. Микаэль пытался... пытался всячески меня уговорить, что... Он даже пальцами трогал Эрика. Он во многом пытался меня убедить, даже в том, что Валентина – любовница Эрика. А вы поверили? Она точно умерла. К сожалению. Когда нашли труп, я пытался уговорить брата, чтобы он уехал. Поэтому он меня запер. Он боялся, что я сдам его в полицию. Лучше бы я сдал. Тогда Валентина была бы жива. Я ее не простил и, наверное, никогда не прощу. Но лучше бы она была жива. Сейчас особенно. Привет, ты кто? А, я сейчас угадаю. Рапунцель. Белль. Совсем меня не помнишь. Да я шучу. Объясни мне, какого черта я здесь делаю? Вообще-то вы здесь приходите в себя после сотрясения мозга. Еще у вас несколько ссадин, но ничего серьезного. Вам повезло, и тем не менее я настоятельно рекомендую постельный режим. Последнее, что я помню, это старуха Лоухи. Это неудивительно. Вы задели декорации, и они на вас упали. Странно, они далеко стояли. Да вообще вам повезло, что рядом оказался Роман, который вас освободил из-под завалов. Роман? Мог бы похоронить заживо, учитывая наши безоблачные отношения. Агата, вы не поняли. Постельный режим – это не просьба. Доктор, спасибо вам. За что? За то, что не сделали лоботомию, могли бы. Встаем, встаем. А то тут. Распишись. Ага. Ну вот. Есть разговор? Да знаю, знаю. Микаэль – убийца. Это хотели сказать? Уверен? Конечно. Вот Роман свидетель. Пошел искать шефа и обнаружил в тот момент, когда он обрушил на вас декорации. Вот если бы я его поймал, вот и был бы молодец. А так только маску удалось сорвать. А потом вас вытаскивал. Признательно. Выбралась бы сама. Наверное. Не слушай ее. Кстати. Есть новости с Большой Земли. Вам интересно? Еще бы. Дело в том, что Микаэль 6 лет назад пытался продать сапфиры. И его даже задержали. Но вот сапфиров при нем не обнаружили. Поэтому легко отделался. Так что я думаю, что вот это вот афера со строительством, это тоже просто чистое надувательство. Так а сапфиры где? Ну, сапфиры где? Наверняка где-нибудь зарыты здесь, на острове. Выждал,
какое-то время, несколько лет, и вот теперь за ними приехал. Подходит такой вариант? А зачем он вот это все устроил со строительством, чтобы привлекать внимание? Приехал бы, забрал тихонечко сапфиры и умыкнул бы с острова. Слушайте, ну хочется вам головоломки, понимаешь, всякие решать. Вот мы у него спросим. Как задержим, так сразу и спросим. И, кстати, случится это вот-вот. Скоро сюда прибудет целый десант. Армия летучих обезьян Гингемы? Ха-ха-ха. И солдаты деревянные Урфинджуса. Это какое-то свинство. Но ты мог бы хотя бы на минуту прийти в себя, сказать, что тебя оглушил Микаэль, и делай, что хочешь. 10 секунд бы хватило. Он твой друг? Он мой враг. А папа? Вот скажи мне, при чем здесь папа? А ты знаешь, что у нас случилось? Что? В Доме культуры. А, ну, конечно, знаю. На меня напали декорации во главе со старухой Лоухи. Это да. Еще сундук украли. Большой такой. Нам легко бы я и ты поместились. И папа. Да, я помню. Он на сцене стоял. Теперь он стоит. Мне надо в ДК поговорить с Ларисой. Они там разбираются все. Можешь вместо меня побыть в больнице? Чтоб папа не волновался. Так можно? Ну, конечно, можно. Ну, раз я это ты, то я буду сидеть здесь. Агата, как вы себя чувствуете? Могло быть и хуже. Конечно, могло. Мы сейчас как раз разбираем декорации. А следователь, нормально все? Не знаю. Говорят, у вас сундук украли. Для реквизита. Кому он нужен? Главное, для чего? А про Микаэля слышали? Кто бы мог подумать? Не везет нам с хорошими меценатами. Лариса, а вы же с Микаэлем были в дружеских отношениях? Только по работе. Могли бы для меня кое-что сделать? Впредь наука! Что ты взъелся, а? Настолько труда вложила, а тут еще и Микаэль этот. Я предупреждал. А вот интересно, про камушки это правда? Он мне про камушки не докладывал. А мне наоборот. Что наоборот? Рассказывал. Только не про камушки, а про браслет. Что, мол, это талисман, который ему вечную удачу дает. Только мне кажется, это не талисман, а подсказка. К чему? К тому, где Микаэль украденное прячет. Да видел я этот браслет. Солидный, конечно. Ну, карты я там что-то не приметил. А может быть, не туда смотрел? Дина! Подожди! Не хочешь мне сказать? Если я бы хотела, я бы сказала бы. У нас все плохо, да? С чего ты взял? Помнишь, мы обещали говорить друг другу только правду. Мы обещали друг другу не врать. То есть ты хочешь сказать, что это не одно и то же, да? Вспомни, тогда нашли труп на болотах. Ты была сама не своя, один. Так, у нас с тобой все хорошо, но есть старые счета, которые нужно оплатить. Я этим и занимаюсь, я делаю это ради нас, я оплачиваю старые счета.
Тарас. Капитан, подъем! О! Товарищ следователь, вы очнулись. Очень хорошо. Я-то да. А ты? Что, я, мы и работаем. Без вас тут знаете, сколько всего произошло? Где? Кто? Агата. А, здесь? Или дома, я... Ну, вы не волнуйтесь, все, все под контролем. Под чьим контролем? Под твоим? Да, под моим. В том числе преступник определен и изобличен. Это убийца Эрика, и он же, кстати, покушался на вас, Микаэль Ламисов. Вот. Ошибаешься. По крайней мере, в том, что касается меня. Так где Агата? О, вот. И она. То есть, смс-ка от нее. Читай. Ага. Лес за домом Микаэла. Убийца здесь. Да чтоб ее... Привет. Думаю, спрашиваю тебя, что ты здесь делаешь бессмысленно. Как же я мог попасться на этот дешевый трюк? Как все попадаются, глупость и алчность, и еще пара менее извинительных качеств. Да, желание разбогатеть оказалось сильнее здравого смысла. Одно радует, мы снова на «ты». Как ты догадалась? Очень просто. Ты спас меня в той ситуации, в которой не должен был спасать. Я помню, где стояли декорации. Даже если бы они упали, они не могли бы меня зацепить. Это ты оглушил меня. В это время мертвым Микаэль уже был в сундуке. Да. И мне нужно было время, чтобы избавиться от тела. Все так. Умница. Руки. Что случилось 6 лет назад? К Софье пришла девушка с обожженным лицом. Валентина? Да, ее избил и изуродовал любовник. И она решила, что к ней вернулось проклятие. Ну, то, которое она наслала на другую. И она попросила мать снять с нее этот грех. Так я узнал об Эрике и его деньгах, которые решили бы все мои проблемы. Ты решила шантажировать? Мы оба. Я и Валентина. Ей нужны были деньги на реабилитацию. И мы решили... Значит, ты хочешь денег. И желательно все, которые у меня найдутся. Но с чего ты взял, что я в зубах тебе их все принесу? Есть люди, которые готовы закатать вас в асфальт. Есть люди, которые готовы засадить вас лет на 10. Пока не понял, кому вас сдать. Шантажи, значит. Ну хорошо. Я подумаю. Но Эрику это не понравилось. А я хотел с ним просто поговорить. Просто поговорить. Не отвечает. Опять не уследил. Да что их толку за ней следить?
Все равно вывернется. Ой, простите, Леонид Андреевич. Сейчас забываю, что она ваша жена. Бывшая жена. Бывшая. Все, приехали. Дальше пешком. Валентина, ты сказал ей, что Эрик уехал с острова. А когда нашли его труп, ты понял, что она молчать не будет. У меня не было другого выхода. Может быть, и про босса моего расскажешь? Ты когда топил тело, Михаил нашел и деньги, и драгоценности, и спрятал их так, что ты не можешь их теперь найти. Да, я это и сам понял, когда про этот выигрыш заговорили. Сволочь! И ты решил действовать по-другому? Да! И не просто шантажировать, а напугать до смерти. Он же действительно обращался к одному здешнему колдуну. И ты решил стать этим колдуном? Да, являлся ему периодически в образе. Плюс галлюциногены в коньяке. Он должен был мне рассказать, где тайник. Но соскочил в самый последний момент. Сдох после приступа панической атаки. Куда мы идем? В одно место, которое очень нравилось Эрику. Он провел там много времени. Правда, мне придется нарушить слово, которое я дал одному человеку. Какому человеку? Здесь, на острове, есть человек, которому важно, чтобы ты до поры до времени была жива. Иначе игра потеряет всякий смысл. Так он сказал. Не стреляй! Агата, с тобой все в порядке? Куда? Слышь, с ума сошли! Тут если местности не знаешь, каюк, я сам. Сейчас увижу. А ты что давно бы оформил пенсию, сидел бы в грильжике, кур выращивал. Никаких тебе трупов, благодать! Стой, ёлки! То, что должна знать я, только он может это объяснить. Да не нужны тебе никакие объяснения. Ты кому хочешь, все про него сама объяснишь. Всю душу из него вывернешь. А людям жить потом с этим. Я тебя ненавижу. Оступился. Засосало болото вашего родственника. Я прошу прощения. Понимаю, не мое дело, но любопытно. Пароль на компьютере. Дата развода. 20 лет. О, как. Все
все усложняется, когда вспоминаешь прошлое, особенно когда его хочется забыть, стереть из памяти. Доктор не придумал еще такие технологии. Ну, почему же? Давно придумали. Симилия симилибускурантур. Подобное лечится подобным. Самая основа гомеопатии. Я понимаю, о чем вы. Я умею ждать. Я думала, ты уехал. Да я не уехал. Решил еще немного остаться. Могу поговорить с доктором? Нашел на крыльце у Агаты. Явно пришло не по почте. И да, оно было не закрыто. Странно. Почему Кирилл Афинский, Анна Кальмана, все. Что написано? Смерть, пускай к тебе приходит, пусть садится хворь на шкуры. Значит, знаете этот диалект? А вот я с переводчиком возился. С причитаниями «везите в яму, с воплями спустите». И пиктограмма. И знаете, что это может значить? Предупреждение о скорой смерти.